Всем привет! Сегодня я расскажу о том, какие проблемы в Nokia 6320. А вы, пожалуйста, в комментариях напишите, что это может быть и как его лечить. В общем, первая проблема. Нет звука на радио. Так-то вообще звук есть, если включить радио. Без наушников, естественно, он его не включит. В наушниках включает, частоту показывает. Звука нету ни в наушниках, ни на динамиках. Находит станция или нет, я не пробовал. Громкость как не регулирую, нету звука. Далее. Следующая главная проблема, не работает Bluetooth. Он не просто не работает, он, точнее, он не просто не включается. Он вроде как даже включается, но сейчас я вам покажу. В общем, сейчас вы видите, он выключен. Bluetooth. Поставим, виден постоянно. Нажимаем включить. Ничего не происходит. Нажимаем выключить. Нажимаем включить. Ничего. Перезагрузим телефон. Кстати, вибрации тоже нет, моторчик оторван. Вот сам звук есть, а на радио нету. Сейчас значок Bluetooth появился. Но я уже пробовал, его никто не находит. А если попробовать найти им телефон, то будет вот что. Фокусируйся. Вот. Нажимаем поиск. Устройство не найдено. То есть сразу без поиска. А, вот вышел. Активных нету, естественно. Да фокусируйся ты, блядь. Поиск аксессуаров тоже сразу говорит не найдено. А если попробовать его выключить, вот что будет. Он перезагружается. Уже с выключенным. Один раз перезагрузился, все равно со включенным. Перепрошивка не помогла. То есть он уже перепрошит. Вот он опять не включается. Выдернем батарейку. Просто выдернем. Батарейка в нем нормальная. Bluetooth включен. Давайте попробуем еще раз. Кстати, симка, как видите, стоит. Но она почему-то плохо прилегает. Включаем. Вот, сейчас симку прочел. Bluetooth все равно якобы включен. Сеть есть. Так, давайте его выключим. У меня этот телефон не падал. Как у бывшего хозяина, он говорит, падал, но не слишком сильно. Ага, в общем, он выключился. Ну, в общем, кто знает, подсказывайте, пожалуйста, какую часть платы греть или что там перепаивать надо, я не знаю. У него еще кнопка громкости нажималась через жопу, но нажал, не сработало. Нажал, сильно сработало. Оказалось, не пропай. Пропаял, все работает. Ну, ура. И минус, и плюс. И эта кнопка на месте. Камера работает. Все, кроме Bluetooth и вибрации, работает. Вот.
Кто знает, подсказывайте, где пропаивать или просто греть.